В Саранске в среду 5 апреля открыли низководный мост через реку Инсар. Уровень воды вернулся к нормальным значениям, поэтому в мэрии приняли такое решение. Напомним, мост пришлось перекрывать спешно. Вода начала резко прибывать в ночь с 12 на 13 марта. Процесс шел так быстро, что городские службы едва успели перекрыть движение. Снять все отбойники и ограждения пешеходных дорожек тогда не получилось. Они скрылись под водой. Искать крепеж в такой ситуации было небезопасно. Тем более, что рабочим и так пришлось все это делать в болотных сапогах и ОЗК. Движение по мосту решили возобновить после консультации с синоптиками. Они сообщили коммунальщикам, что весенние воды даже после осадков уже не поднимутся к максимальным уровням. Так что движение можно возобновлять, и это будет безопасно. Переход сейчас оттягивает на себя значительную часть транспорта, выводя его из центральной части города. Это значит, что утренние заторы на Химашевском мосту будут немного меньше. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.